сегодня выходит замуж, и мы сейчас сидим в шаттле. Нас повезут непонятно куда. Ты знаешь, куда нас везут? Да, я тоже так думаю. Здрасте. Привет. Машите все. Куда мы едем? На свадьбу Ксюши! Ярослава. Чё ко мне пришла? Ты уже начала делать блог? Я уже начала, да. Ты видела, я затвитила, что сегодня худший день в моей жизни. Нет, здесь нет интернета. Я затвитила, сегодня худший день в моей жизни, Ксюша, хоть замуж. Все залайкали. Очень холодно. Да, я говорю, блин, так и выжил. Смотри по стилю. Nike. Nike girl. Итак, посмотрим, что у нас здесь есть. Дедушка. Катаются на качелях, значит. Как до туда дойти? На каблуках? Не знаю, каблуки сосут. Я иду. Я уверенно двигаюсь на каблуках. Ага, это жених. Жених, иди сюда. Вот жених. Что скажешь? Все хорошо. Я очень счастлив. Очень. Ты нос не приближаешь? Ладно. Да ты волнуешься. Давай я тебя спрошу. Как вы доехали? Нормально? Как здоровье у тебя? Хорошее? Я хорошо доехала. Что, ты вся красная выпила уже? Да. Да? А что пила? Коньяк? Шампанское. Да какое шампанское? Там только есть шампанское. Да я на каблуках. Ты что, не видишь? Понятно, ладно. Я оставлю вас. Мне, Ксюша, водичка надо. Ё-моё, ну пока. Вот раз фотограф, пресса, да? Потому что селеба пришла на свадьбу. Что, видео, что ли? Да. Помаши вот так. Так, я тебя видео. А, это видео? Да. Привет, Ксюша, мы так рады. И у нас очень много шампанского уже выпито, пока ждем тебя прекрасную. Привет, передай. Привет. Передай. Привет, кому передать? Ксении. Ксении? И всем, кто это увидел. Ксюх, тебе привет от папы. Там. Пожелания потом во время тоста скажу. Ладно. Я двигаюсь по направлению к стульям уверенно, уверенной походкой. Я дипломат. Ты слишком высокая, можешь пересесть направо? Да, ну ё-моё. Так, а можно сесть, да? Можно на неё сесть. Стасик, давай я тебе немножечко вот так вот сделаю. Трактор. Ярослав, сделай смешное лицо! Вот всем, кто сделай смешное лицо! В данном случае это один человек. Телефон. Лицо сделай! Мне сказали не держать телефон у лица. Да? А, все, там человек, вас видимо, ждем, не знает, с кем общается. Ой, боже мой, что началось? Лина, сделай лицо, Лина! Сделай, да. Спасибо большое. Олеся, сделайте лицо. Ой, не видно ничего, блин, тень. Это видео? Да. Блин, я тебя люблю, Ника, очень. Я своя любимая подписчица. Я вас тоже люблю, вас. Да, это я. Все смотрю. Подписывайтесь на паблик Олеси. Абсолютно все. Невеста у вас готова? Да! Спасибо. Это очень серьезное дело. Ура! Их союз должен быть одобрен родными и близкими. Вы поддерживаете решение Ярослава и Ксении создать семью, а также желаете любви и счастья этому союзу. Самый счастливый мужчина на свете – жених Ярослав! Давайте поприветствуем нашу очаровательную невесту Ксению. Дорогие жених и невеста, эта церемония свидетельствует, вы молоды, любовь. Мы преодолеем все вместе. С языком! О, да! Ура! Подойти, обнять, поцеловаться с ребятами. Я думаю, может быть, сразу фотографию сделаем. Аккуратно. Свадьба на ладошке. Спасибо. Ура! Я следующий класс, поэтому далеко не отпускаю. Обнимашки на камеру.
Только моя губа засняла-то вообще. Да? Ну вот, вот. Жених на ладошке, место на ладошке. Это видео. Бабушка на ладошке, бабушка на ладошке. Я буду вместе с бабушкой на ладошке. Спасибо. Ксюш, помаши, помаши. Да. Согласна. Браво, да. Да. Выпейте, как будто вы шикарно живете. Да, да. Чтобы ваша взаимная жажда друг к другу не иссякла. Жажды! Жажды! Никогда. Горько! 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 Как легко! Как легко ты это делаешь! Ну это правда. Но тут же не кажется, где ты расслышал, что он просто заходил на нашем пути. Это правда! Кто из вас хуже паркуется? Ну, кто не паркуется, тот, как бы... Хочу всем сообщить, что у нас... У нас... Друзья, мы хотим пригласить вас всех на медленный танец. Можно звать наши желания. Это не принципиально. Все, что происходит на веранде, остается на веранде. Один медленный танец! Я зачем сюда пришла? Тюша только что отказалась со мной танцевать. Я сам. Друзья, вы там слушаете, что? Можно танцевать. Да, мне не нравится! Что-то происходит, я не знаю, пока. Сейчас. Что происходит? Ой-ой. Спасибо. Ладно, просто поверьте мне на слово, что сейчас будет очень классно резать тортик. Так, это что за... Здрасте. Так, что это у нас такое имеется? Резь. Красавцы. Да.
Ксюшка, Ксюшка, посмотри сюда. Смотри на меня, я спас. Для влога, ну? Конечно, для влога. Чё, когда есть-то можно? Я с тобой проходит зло.